Старый мудрый эльф, давай я тебе сделаю самый вкусный пончик в мире. Ну что скажешь, а? Мистер эльф, сейчас я тебе брошу камень. Почему ты в меня бросишь, а? Потому что ты совершал преступление. Какие преступления? У тебя поезда южнокорейские. Вот тебе, получай. Боже мой, мистер Эльф, кто тебе разрешал разбивать мое окно? Ты что, не понимаешь вообще? Ты больной, мистер Эльф. Пш, держись. Ха. Итак, мистер Эльф, сегодня открывается музей свойского метро. Там есть поезда метро по раю. Очень красиво. Я тебе дарю их. Все, вот так будет. Ура! Я буду смотреть на старые поезда метро Курай. Браво! Все, мистер Эльф, я подъезжаю к музею Сеульского метро. Есть классные поезда метро. Их всего 19 штук. Мистер Иван, я про эти поезда метро говорил. Почему у тебя южнокорейские поезда метро? Потому что мне твои российские и украинские поезда метро не нужны. Они старые и неудобные просто. Ты поступаешь сейчас очень плохо. Ты меня вообще понимаешь или нет? Фу, я тебя не доставал. Но ты меня, мистер Иван, хочешь достать? Я не дам тебе меня обидеть, понял? Ты ненормальный. Но все же, ты психопат, потому что я тебя не могу слушать. Ну что я сделать мог плохого такого? Скажи мне, а? Я ничего не понимаю. Но я же не мог такое ужасное вообще придумать. Нет. Я знаю, мистер Иван, ты вообще меня не любишь. Сейчас 14:00. Вообще я не знаю. Ты меня обидел. Мне печально. Ты меня не уважаешь. Ну я ж ничего не знал. Это я виноват. Ну, я не понимаю, зачем я это сделал. Я не хотел тебя обидеть. У меня поезда метро хорошие. Ты ж сам понимаешь, старый мудрец. А ты меня так и обидел. Ты разрушил вот уже стену. Ты сделал дыру. Ну, старый мудрец, я, конечно же, знаю, что тебе такие поезда метро не нравятся. Но они все равно будут ездить у меня в Сеульское метро, пока им не будет 50 лет. Ну, да. Пока. Конец первой серии. Продолжение следует.